Здравствуйте, Татьяна Валерьевна. Первое впечатление после победы? Здравствуйте, Марина Максимовна. Я безумно рада, как и вся наша команда. Мы счастливы, мы отдали все силы на поле и добились нужного результата. Это первый ваш гол в таком матче. Какие ощущения, какие эмоции были, когда забили Эльвири Тодо? Эмоции непередаваемые, ощущения классные. Я тренировалась, шла к этому, и результат налицо. Поздравляю вас, и так слишком много вопросов для вас сегодня. Спасибо. Спасибо большое вам. Теперь Татьяна спросит. Давайте. Марина Максимовна, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями после победного матча. Спасибо, Татьяна Валерьевна. Вот, мы победили, эмоции положительные, я рада, мы выиграли, все прекрасно. Казалось, что у вас заканчиваются силы в конце первого тайма. Да. Как удалось ли прийти в себя в перерыве? Ты меня мотивировал, мне кажется, пора после первого. К чемпионату России. Все, да. У нас сейчас. Все, мы на тренировку. Зенит. Всего доброго. Мы на тренировку. Все. У нас «Зенит».